О, привет! Меня зовут Женя. И меня всегда мучил один и тот же вопрос. Как придумать не банальное сочетание на коктейльный конкурс? И я так и не нашел ответ. Но! Мне кажется, у меня появилась идея. Да! Виски, солонет, ячмень, они сушат, а я, знаешь, что сделал? Отжарю! Чего? В смысле отжарить? Ну, в смысле, ну, пожарю. Жареный будет, короче! Это круто. А что еще? Еще амаро, амаро, какой? Монтенегро. Вермут. Так, это можно. Вермут, амара! Все, жарили! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! А как же горит? Масло! Масло тыквенных сэндвичей! Это будет пусто! Зацени! Пожалуйста, господи, я ни о чем тебя никогда не просил.